Алка, А, слышь ты, Алка, что наркоманка. происходит? Вася, короче, влюбился в Луча, походу. Всем говорит, А у них, ты что... знал, Ал, ты знал, что у них раньше был роман? Нет. Алка, Да. нам Ничего, что-то Вася, они ненормальное, раньше потому что, смотри, нас он тестировали. не принимал, тебя он принимал сегодня, Вася? Нет. Нас тоже. Чего? А эту... Ну, ты поняла, принял. Получится. Что? Гарик, привет. Вот Привет. это моя компания. Привет. Мои печали им Где мои надарить. бывшие собрались здесь? Привет, Гарик. Привет. Так, Гарик, у нас конкурс. Мы тебя знакомим с Аллой. Это твоя сегодня коллега Я на его сегодняшнее знаю видео. давно. Если ты меня знакомишь, я Алку знаю, мы уже давно с ней как Ну дружим опять ты и знаешь эту присылаем друг просмотр. другу. Я ей Он меня знает давно. высылаю свой... Я Да, ей он не высылаю присылает. свой корнишон, она мне Смотри. высылает свой вареник. Скажи красивый у меня, Гарик. Скажи красивый. Смотрите, Очень ребят. красивый у тебя вареник. Сейчас танцуем. У тебя Так, три... Гарик, ты готов танцевать? Да. Нет, я не готов танцевать. Я трезвый, в Мы стельку, поэтому... сейчас Да, давай. на лучший танец. У кого лучший танец, у кого больше очков, чьи? Зрители готовы. Валет за своего участника. А то ты выиграл 4 места. Любой танец, без разницы, под любую музыку, какую Но она хочешь. несет. Какой танец, какие четыре Эй, ты места? куда мне подсунул эту нарколыгу с этой? Я играю с Оксаной 26. А? Оксана. А, меня с Алкой поставили. А Все. вы готовы? Вы Бля, никто готовы? со мной не хочет играть. Они боятся просто Алка, мы сейчас их взрючим. Нет, у меня Я вообще... Алку боюсь, у нее Я рак тут даже какой-то хотела появился. выходить, потому что 60 очков. Никто не хочет даже тапать меня. Я плохой блогер. Извините. Гарик, а ты знаешь, что Васе волосы пересадили? Он умирал, никого не принимал, но Лучиху принял. Лучиха. Блядь, точно Ах, Лучиха. сука. А что он думает, что она его вылечит? Ну, короче, всем писал, Алке нам писал, ой, у меня голова болит, наркоз, Да, я да, да, умираю. да, И эта шмонька к нему как-то прокралась. да. Ага. Не, он еще с бабкой Синелюбкой играл. Кем? Бабкой Синелюбами еще поиграл. Синегубкой. Ребят, тапаем. Из Казахстана. Я чиновнице говорила, чтобы она его придавила в Турции. Чиновница его жалела. Надо было. Не Зря. представляешь? А мне говорит, слушай, он же от меня отвадил Романа Сергеевича. Роман Сергеевич мне больше не дарит подарки. Сказал, сука, подойдешь к Алке, убью. Все, Роман Сергеевич ко мне даже ничего не Ой, говорит. Роман Сергеевич испугался. Он ждал, пока он ему это скажет. Роман Сергеевич загулял, Роман увел Сергеевич с командой Абдулу. загулял. Я сейчас вам пожалуюсь. Роман Сергеевич увел меня с командой Абдулу. Абдула уже сидит у него в гостевых. Я пока за этим наблюдаю. Мне смешно. Мари, спасибо большое. Друзья, мы даже розы ни одной не прошли. И Офигеть. 150, друзья, 150 пончики, сердечки, пожалуйста, Гарик, поддержите. Гарик, мы Даже не по играем. розочке Ну, накинули. а все слушают, потому что пиздим. Никто даже Не нормально удалось, мы не не прошли. Ири, Татьяночка, благодарю. Почему? Мы не прошли А тоже. потому что все слушают. Да, Вася подлый, да. Вася, да. А я сейчас вернусь в Турцию и все-таки ему сяду на лицо. А он будет только рад, кстати, под эти и волосы. нагреешь ему новые зубы, которые он себе поставил. А я ему, знаешь, нет, не на лицо, на лысину сяду, где ему волосы сделали. Проедусь на лысину. Кислотой обдашь. Спасибо, друзья, нифига себе. Давайте выиграем. Он сказал, я теперь никому кунилингус делать не буду, у меня для этого слишком дорогой рот. А А он язык-то когда-то старый делал. остался. Зубы, возможно, новые, но язык-то Слушай, старый. ну Ксюша ему сразу в Турции отказала, но я ему дала там вообще, я не поняла, чьи комары кусают, чьи мухи клюют. Ой, Гарик, он уже, знаешь, и пойдем покупаемся мне. И покажи мне, что тут есть на территории. Я говорю, Вася, ты дурак, иди сам. И главное, все просит, когда темнеет, и все спать ложатся. И пойдем вот туда, пойдем. Я говорю, Вась, а он, мне же еще стыдно с ним идти. Я-то 1,64 м, а он же 1,62 м. Ничего себе, он же кричит, что он 1,80 м. Ты видео посмотри, ты видео посмотри, вот я 1,64 м, он вот так у меня. А он вот так. Я Никакой потапаю нет. для человека. Интересно посмотреть. И везде вот это, а мужики где, а мужики где? Я говорю, да отвали ты. Ты с Миллером видел, что он там наснимал? Это его сценарий. В каждом у Не, я не него... смотрел, кстати. Да слава богу, не смотри, у него каждый сценарий, и в конце сценария он с Миллером спит. А остается с Вовой, понял, Гарик? В номере вдвоем.
Так, каждый сценарий. Хватит мне обсуждать моего Василия. Хватит. Замолчать. Он тебя просил, он тебя променял. Ну, Миллер же здоровый. Миллер просто так не да. Ты знаешь, мне напоминает этот фильм. Он его ласковый. С этим, когда мужик снял здорового черного этого и потом душил его, убивал его. Не видели? Нет. Со Стэтхэмом фильм. Нет. Я не помню, как он называется. Друзья, напишите. И он его отверткой потом убивал. Он маленький был, как Вася. 60, а тот здоровый, по 2 метра, как Миллер. И мне это напоминает Миллера и Васю. А Вася, интересно, с перебинтованной башкой ведет путь? Да, говорили, что да. Как Шариков. Ребята, тапаем, но... Снай! Давайте закроем цели, блин, у нас пончики, поцелуйчики, ну... Да перебинтованы. Почему, блядь, вот скажите, есть девушки, сидят, они просто молчат, им кидают подарки. Мы да, почему? Кстати, я играла с тобой. Мы же! Я прошу прощения, но ты с утра видела себя в зеркало? Не сейчас, сейчас оно хотя бы фильтр есть. Они хотя, у них сиськи, как у тебя лицо, поэтому они и сидят. Так, Гарик, у меня тоже сиськи, мне никто ничего. Ой, началось! Слушай, ну это такие... О, прям... Юля, перчаточку, Юля! Ирина, Елена, Юленька, всем спасибо, друзья. Еленка, благодарю. Все говорят, ой, какие, слушайте, Нико. Девчонки, я же загрузила в YouTube наши батлы, там вообще столько просмотров, столько комментариев, все восторги пересмотрим. А, за счет нас! Зарабатывает за счет нас, Гарик! Пожалуйста. Она еще и в Америке загрузила. Смотрите, это, короче... Где наш процент? Короче, Вовка Миллер мне сказал, Гарик, есть у нас одна тетка, которая сидит у нас тут на батлах, вот слушай меня сюда, увижу, кто ты, я тебя блокну. Короче, сидит у нас Тёхана и снимает конкретно, причем она где-то в Европе, да, Гарик, он говорил, ну типа она попадается только в Европе. Да, да. А записи экрана делает. И знаете, что снимает? Именно те моменты, где я ору на кого-нибудь, ну короче, как я хуесошусь, и выкладывает, и, блядь, говорит, ну бабла рубит. Узнаю, кто ты, мне еще не скинули тебя. Он говорит, сейчас попадется, я, говорит, скину. Слушай, у Самвела сутки таких. Гарри, катись собой, Гарри. Обращайте внимание. Ты блок туда отсюда. Выключи там. Их, выключи. Я выключаю их. Удачи вам. Да, Гарри, смотри, я 22-го, в час дня у тебя на автосервисе. Блин, что такое 22-й? Это воскресенье, что ли? А я у тебя на автосервисе, кому-то. Воскресенье. Ирина, скинь мне в руку ее аккаунт. Я хочу с тобой поснимать, блин, чиновницу. Да поснимай. Так, ну, на что, я не пойму, как мне на тебя попасть. Как на меня? Это мне надо на тебя попасть. Знаешь, сколько в Ютубе? Полежу на мягком. На меня, знаешь, сколько в Ютубе тоже там наснимали всего, я не обращу внимания, пусть. Ирина, скинь, или Лене, скинь админ. Давай, я обожгу, ты в понедельник приезжаешь. Все тапаем. Все тапаем, боже, 318 человек, 66 лайков. Ну-ка, ну хотя бы, блин, потапайте. Ну что такое? Пишите так, 66, 69, пожалуйста. Все тапаем. Надо хоть потанцевать или что-то такое. Икс, да, сейчас будет челлендж. Челлендж сейчас будет. 270 очков. Пожалуйста, 270 очков кто-нибудь.
Диана, Мария, спасибо большое всем, ребят. Все тапаем, тапаем все. Мария, спасибо. Они там все договорились. Васька, все, разбор. Сам от меня женихов, слышишь? Сам от меня всех женихов отпугнул. Говорит, никому не говори ничего, а сам на Лучихины там засмотрел. А, Гарик, смотри. С Юлькой сейчас поговорили. Снайк, снайк. Солнце, спасибо. Снайк. Наши друзья. Снайк. Пончики, друзья, Юлька, спасибо. Титульный зритель, друзья, но тут же небольшой счет. Умножаемся, Лана, благодарю. Пожалуйста, ребята, тут одна планета их перебьет. Одна планета на пятак перебьет. Танечка, благодарю. Ой, Юлька, мы все перчатки выкинули. Мы вообще хуже Аллы. Мы хуже Татьяна, всех. Елена, Мария, Юленька. Ли, мы вообще в этом, мы в этой четверке, что ли, хуже всех, ребят. Друзья, всем спасибо. Инга, ну, посмотрите Инга, на эти Ольга, грустные Ольга. Лица. Посмотрите мы... на эти грустные лица. Марис. А у нас счет 1-1, да? Гарик, Алиса, громкость 10. Посмотри, короче, смотри, вся вот эта вот штуковина, о которой мы с тобой разговариваем. Сейчас я их выключу, подожди. Чиновница, давай танцевать. Май Лолита, чиновница. Так, быстренько тапаемся. Украшение профиля автора использовать. Гарик. Я. Смотри, она сейчас едет ко мне. 220 очков, плиз, 20-20. Еще пончики, сердечки. Ну. Еще. Цель добьем. Сердце кто-нибудь, ебаните какую-нибудь уточку. Ну. Снайп, кто-нибудь, ну. Ли-та. Ло-ли-та. Еще. Блин, кто-нибудь. С Вадиком снимала. Девка вообще. Да закройся ты, господи, не видишь, сиди ты молча. Мы выигрываем. Боже, у нас меньше, чем у чиновницы. Давайте чуть-чуть подсоединим. Уже сидит, волосы уже под конец вечера. Вот так. Нет, выходит, главное, когда да, вот только подсоединяется, вообще нормально. А мне реально, у меня такое ощущение, что у него реально парик. Понимаешь? Да. Вот смотри, вот оно, такое, вот как там. Да, перестань, хороший клей.
Сейчас китайцы, знаешь, как делают? Круто. Ой, чиновница, у нас тут рядом с тобой железная дорога. Господи, сколько мы наснимаем. Слышишь, пока нас не переедут, и мы потом не вышли на коляску собирать, блядь. Юлька, кого переедут, ты поезд с этого с рельса сдвинешь. Приятно. А тут есть ученический, можно попросить учеников. Тут прям ученическая будка у нас, где они учатся. На дрезине не забудьте покататься. Блять, можно попросить, реально. Гарик, а ты не хочешь приехать? Я представляю кадр, смотри, статичный кадр, и вы в этом кадре просто на дрезине. Я представляю сейчас мешком. Снайп. Юлия Игоревна. Но она игровая, с ней легко, Гарик, сниматься. С ней легко сниматься, она игровая вообще, капец. Энджи, спасибо. Да не, а ей не надо играть, она такая. Зачем ей играть? Пусть она будет самими собой. Сашка, и что у нас? А у нас 2-1. Снайп. Боже, у чиновницы больно. Мы выиграли, я вообще батла не вижу. Да, мы выиграли с ужасным счетом. Юлька, Наталья, Виктория, дерзкая вредина, Юля, Кэти. Всем, кто тапал, друзья, всем спасибо. Евгения, май дарлинг, Мария, Алексей, Алекс. Ланочка, Мишка, Дашуля. Можно я батл нажму, да? Ага, вот. Я просто батла не вижу, ребят. Подожди, сейчас если не видно, я перезагрузил. А, все, появился. Гарик, да. Ко мне приезжает подружка, чиновница, да, и она обижается на такую вещь, что я набрала бассейн. Гарик, это кошмар. И не той водой я наполнила бассейн. Пиши, кому. А какой надо? Кому надо? Я не знаю, я не разбираюсь. Святой водой, чтобы чертей из нее выгнать. Ты, может быть, мне объяснишь? А что это такое у нас? Я не знаю, у меня нет бассейна, я тебе ничего не объясню. Ну, она немножко грязная, господи. Ну, чуть-чуть. Что, а? Посмотри, она, блядь, грязь и лужи собирала по Питеру все, блядь, и принесла в дом. Дно видно. Видно. Нормальный, конечно, бассейн. Дно видно в бокале водки. Что тебе не хватает еще? А ты налей туда, знаешь чего, вот этого доместоса туда, херани ей. Местица ей. Ой, блядь, какая она шаткая, ребята, она ее не выдержит. Смотрите. Она ее нахуй вырвет. А ты сразу снимай. Коммунальщица, снимай сразу, как она начнет входить. Слушай, на гроб похож, смотри. Панночка. Ну, Оксана 26, ты сама. Ну, тут да, тут, ты знаешь, еще это в стиле 90-х, Гарик, все сделано. Угу. Как в 90-х, вот этот крест. Слушай, там ни одного чувака утопили. Там не убили ни одного. Я прям чую энергию, которая идет оттуда. Смотри, Гарик, тут что есть еще. Ребят, стучим по экрану. Это подземелье? Это преисподнее? А? Что это? Привет, привет. Это рай. Я хочу в раю так жить. Ты пошел в квартире такое? Я хочу так жить в раю. Это как в американских домах. Когда я танцевала. Друзья, слушайся, тут подарок. Нужен подарок. Пончики. Благодарю. Пончики. 160 очков. Привет. 160 очков. Пончики или на 100 очков, или сердечко. Ну. О, мы прошли. Ну, блин. Мари, Виталька. Потапай не хочешь. Ой, здесь прошли. Офигеть. Кто это сделал? Это Сократ. Красавчик Сократ. Блин, ёлки-палки, мы не прошли. Ой, мы прошли. Сократ, как Пашка поживает, Сократ? Х2. У нас благодарю. Сократ, он уже в Беларуси. Кто в чате из модераторов? Спасибо за пончик. Х2. Кто в чате из модераторов? Спасибо. Yes. Да. Спасибо, Ира, хоть ты выучила. Анка. Яна, Вера, заблокируй полчата, да, который ничего не делает. Спасибо. Мария, Аня, спасибо большое. Полчата, или я сейчас сама все заблокирую. Виталька, благодарю. Боже. Так раз, красавчик сыграл. Все тапаем, девочки, все тапаем. Где потапали? Гарик, а ты так тихо говоришь, чтобы соседи не слышали, да? Да, конечно. Ты что, у нас у меня сосед, короче, вышел, он говорит... Еще раз, говорит, что у вас там в доме происходит, я запишу на... В бассейне утоплю. Не, говорит, я запишу на телефон и пошлю в милицию. Он, короче, думает, что меня Миша тут избивает или что-то такое. А я же еще дура, понимаешь? Я говорю, да? Я говорю, извините, я просто сегодня только протрезвела, блядь, ну, и смотрю. Гарик, он говорит, я, да вы что, у нас никогда такого... У меня 5 внуков тут отдыхает. Я говорю, ну, все, я... Смотри, приезжают менты,
и за ними сразу же приезжает скорая помощь, но с этими, которые... Спасибо, спасибо за сердце. И менты будут драться за тебя. Ну, кто кого заберет? Алкашку забирать или дурку забирать тебя? У меня так соседи, клянусь, я выхожу мусор выносить, и они, говорят, а там старички живут, муж с женой и сын 40-летний, там, девственник, в лесу. И это, они говорят, вы, конечно, извините, сосед, вот мы не знаем, кого вызывать, полицию или, говорит, докторов вызывать, что вы там делаете, как вы, а у меня кухня, поняла, где я стримы веду, и у них сразу комната. Ну, как и у тебя, в принципе. Поэтому, как бы, Гена терпит. Но я чую, он ружье уже где-то присматривает на Авито. Нам надо, короче, в лесу. А в первом доме, в котором жили, когда у нас вот свет отключили, мы пошли к соседке, в чайнике пить. И этот, она говорит, а что у вас там происходит, говорит, вечером. Я говорю, я поняла, я стример, просто она говорит, ну, типа, там тик-ток, туда-сюда. Просто, говорит, соседи через дома, прикинь, пришли к нам, говорят... Типа там новенькие заехали, все нормально, типа не бьет ее он там, Мари, спасибо. А я же там вот это, да, сука, иди сюда. Блин, ну, понимаешь, они, говорят, они просто услышали, что как-то вы кричали, иди сюда, на тебе, на. Я говорю, вы скажите, что я это, пример. Там одни соседи узнали, а вот эти, которые не знали, далеко было слышно, там же тишина, представляешь. Вот как у меня сейчас, одни сверчки и все, и кот. Ребята, подождите, я поблагодарю, поблагодарю аудиторию. Виталька, у тебя перчатка, заберите Мари, топ-1, Виталька. Я не могу тебе сказать, потому что завтра здесь будет. Короче, недалеко от Тулы. Да, они и так... 125 километров. От Москвы. Спасибо, Виталька. А живу я на Братиславском. Все потапали, тапаем. Да не, ровно от дома до дачи получается 125. Нет, у меня же соседка пришла вот в той квартире, когда Марику делали массаж. Ну, ему же делали профессиональный массаж, представляете, как он орал. И пришла соседка, она говорит, а что у вас происходит? У вас ребенок орет уже, говорит, 20 минут. Нет, я тоже ее поблагодарила. Я ее позвала, я говорю, вот смотрите, массажист, как раз массажистка делала. Я говорю, вот. Она говорит, ой, все, извините, пожалуйста. Я говорю, не, наоборот, хорошо, вот так, если, не дай бог, что, хоть вы этот... Тапаем. Вроде дом убивать, будет сидеть по норам. Вроде дом делать, что хочешь. А... Лучше. Нет, дом хорошо, когда он свой. Оккупант, съем, спасибо. Это все равно ответственность. 160 очков. Оккупантик. 160. Ой, тут такие шедевры. 160 очков у нас. Блин, друзья, у нас есть 50 секунд для того, чтобы... Да, 160 очков, плиз, кто-нибудь, 160, да что такое? Спасибо, юзер, за розочку, спасибо, все по розе хоть киньте, боже, 255 человек, все кинули по розе, уже 160 будет, ну что такое 160 очков? Спасибо. Еще. Сердце какое-нибудь. Плиз. 39. Еще надо 120 очков. Ну, кто-нибудь. Спасибо, Александр. Спасибо. Ай-яй-яй-яй. Не удалось достичь. Да, ели-пали. Как похудели, не ела. Спасибо за розочку. Спасибо. Не ем ничего. Спасибо. Ой, ну открой холодильник, Алка, дай посмотри, что у тебя в холодильнике, что не ешь. Ты как Гарик, что ли? А что, вы мне звук включили? Выключили, блядь, все звук. Сижу как дура. Почему? Тебя никто не отключал. Я все слово скажу, я никто не слышал. Они мне, блядь, звук выключили. Что в холодильнике? Сейчас покажу, но у меня, правда, у меня не чисто, я не очень чисто получила. Ни у кого не надо, у меня тоже грязно. Мочка сварила вчера суп с фрикадельками, вон. Черешни. Это канадское национальное блюдо, мне оно очень понравилось. Яйца в уксусе. Блядь, какая вкуснятина. Замачивают чищенные яйца в уксусе. Кисленькие, такая вкусная штука. Брокколи, клубника, ежевика, напиток. Коммунальщица, ты следующая показываешь. Черника, тушеная капуста. Коммунальщица, давай следующая. Нет, да. У меня пустой холодильник и грязный, даже показывай. Коммунальщица! Тут у меня, это у меня же с дочкой живу, это дочки на мороженое. Все. Алка, хорош хвастаться, Алка. Мы уже это тебя ненавидим. Это мясо. Это мое, что, мороженое ненавидим, а что тут? Лед,
Это какие-то замороженный рис. Может, когда съем. О, лед — это про меня. Лед — это мой холодильник. Да-да. Это быстро. Тут же все покупают, они не готовят. Тут есть холодильник. А у Юлии Игоревны там просто промышленный морозильник. Покажи, Юлька, свой холодильник. Ну, интересно, чем питаются эти... Юлька, ну покажи свой холодильник. Ну, покажи, чем ты питаешься. Да, ради бога, что напугали. Покажи. Так. Сейчас такое, да? Сейчас, подожди. Сейчас просто открывается, открывается дверь в комнату, и там завалит. Котлеты. Смотрите, котлеты рубленые с кукурузой. Нифига себе. Потом нектарин. Запеканка грудки с кабачком. Здесь ролетики. Окрошка в кастрюле. Окрошка. Блин, мешком я еду к тебе. Зеленый борщ. Зеленый борщ. Макароны на второе. Ну не так, собака на все. Я в ахуе, товарищи. Я в ахуе просто. Вот такие печеные рогалики. Рогалики. Грибы, яйца. Овощи. Блядь. Все, остановись. Это на сколько дней? На месяц. И это на ночь. Не, коммунальщица, это на ночь. Я просто в шоке. Чиновница, это у тебя все время так или какой-то праздник, день рождения у кого-то? Нет, я просто вот, я не одна сейчас на данный момент. И она просто я психолог. Ездила в Ашан, Виталик, Света. Нет, я ездила в Ашан, закупила и вот так наготовили. Ну, я не люблю это каждый день, я, во-первых, не хочу сейчас готовить. И готовлю вот первую окрошку, зеленый борщ, макароны, котлетки. Потом грудка печеная с творожным сыром и с помидорами. Кукуруза вареная, дыня, ну там чуть-чуть, овощи. А что, заказывать? И мне это заказное не надо. Домашнее лучше. Я не готовлю, ты ко мне едешь, у меня нет готовой еды в доме, я не готовлю. Я понять не могу, почему коммунальщица напряглась. Она на 4 дня едет. Мне ее чем кормить, я сейчас... Ты звони сразу на мясокомбинат, ну, в промышленных масштабах, ты понимаешь, что тебе магазин не поможет? Так она ж начнет в эфирах рассказывать, что... Гарик, подожди, ты с магазина вот доставка ешь, ты же сам готовишь тоже. Не, я ем, кстати. Мы... Ну, очень редко. Редко. Нет, я тоже из доставок ем, но это редко. А на постоянной основе вот готовим. Да, мы готовим, конечно. Мы готовили на неделю, там, на 3-4 дня оно есть. Ну, неделя много, ну, два дня. Ну, 3-4 дня, ну да, неделя много, 3-4 дня. Например, там, борщ, подожди, например, борщ может простоять 3 дня точно. Второе, там, что-то на четвертый, если остается, это такое, ну... Уже Как дедушка мой говорил, доедаю я вот эти пиалочки. Зеленый борщ и окрошка. Вот моей семье фартануло, наконец-то приедет Юля и что-то приготовит. Аллилуйя, дома появится суп. Купи продуктов, я сделаю борщ. Ради бога. Я тебя ловлю на слове. Прям покажешь, что в эфире этот борщ. Мясо по-французски. Давай в эфире. Мясо по-французски. Я вам рекомендую это все записывать. И поверьте мне, вот у меня есть контент, но это очень круто. Людям нравится. Тем более два персонажа, таких как вы, все. Да. И еще и что-то готовит. Она тебе будет готовить, а ты будешь задавать ей тупые вопросы. Это пиздец. Я и так буду задавать тупые вопросы. Тебе делать нет, ты приезжала в отпуск, блядь, готовишь. Естественно, это будет первый тупой вопрос. Короче, смотри, коммунальщица. Я напишу 3 блюда, которые мы будем готовить. Куплю сама продукты. Я буду ехать, я заеду в супермаркет. Ты дура, что ли? Продукты-то мы купим, еще не хватало. С продуктами, блядь, ко мне ехать. Нет, я куплю, потому что ты выберешь херню. Ой, не позорь меня, сейчас меня 1000 людей смотрит. Я куплю на нашу готовку, ты поляну там за это. Я куплю, что мне надо, я выберу. Я это не просто фигню не беру, я покупаю всегда хорошее. Да, она тебе не доверяет, ты поняла? Она едет к тебе и не доверяет, что ты будешь покупать продукты. Отравишь, сучка. Я куплю на 3 блюда продукты. Смотри, у нас будет первое, это будет щи. Я щи готовлю. Блин, я люблю второе, щи. Это будет картошка. Папа. Молодая картошка с грибами, сыром, запеченная. И мясо по-французски. Да я не знаю, духовка тут работает или нет, она такая грязная. Я разберусь. А можно я тоже к вам приеду? А можно ко мне приедешь, чиновница? Приезжай ты ко мне тоже.
Да ради бога. Третье блюдо. Компот. Третье. Салат чичи и коленки кузнечика. Это что за отрава? Это мой фирм. Салат чичи и коленки кузнечика. Это мой фирменный салат. Тебя уже все приглашают, чиновница, к себе. Я уже еду к вам. Ну все, я думала ролики какие-то с ней записывать. Ловите конфеты. Нет, все, там ты просто камеру включи и не выключай. Потом нарезаешь. Дом 2. А десерт? Спрашивают, а десерт что? Десерт я на вишенке. Тебя приглашают. Нет, десерт, честно, выпечка. Десерт это не мое, я это не умею. Я могу шашлык пожарить, барана зарубить. Все это. Но десерт и выпечка сладкая. Я не люблю сладкое, не ем и не готовлю, не умею печь, ничего. А вот по вот таким блюдам пройдемся, конечно, как... Кого боялись. Кстати, а вы не хотите коммунальщина? А мы не хотим создать свой дом 2, вот, ну, что там, на 4 дня там что-нибудь снять, ну, вернее, вот как там, да, где-нибудь посередине, либо в Москве, либо в Питере. И просто пожить вместе 4 дня под камерами. Че, дурак, чтобы все узнали, какие мы алкоголики, ты че, блядь, больной, что ли? Ну, что это будет, а? Блядь, об этом, Гарик, об этом знаем только мы втроем, об этом потом сострана будет знать. Я согласна. Меня родительских прав лишат, пожалейте меня, блядь. Ты че? Не, ну я считаю, это будет вообще прикольно. Нет, это прикольно, но... И будем снимать. Ну, типа, поставить прямой эфир, как вот у этого. Да, вообще во всех комнатах, как в доме 2. Только это будет наш дом. Ну, смотри, на моей комнате, смотри, например, твоя комната... А, не, мы в общей будем. Ни хера. В общей, конечно. Мы будем спать. Что это будет сниматься? В комнате, в кухне, в коридоре, там 3-4 телефона в прямом эфире. Как мы будем храпеть с чиновницей? Это я храплю ужасно. Это ты не храпишь, это я храплю. И мы все вместе. Я храплю ужасно, Гарик, ты что? Спасибо. Особенно пьяная. Предлагают кого-то взять. Одна женщина предлагает, что она к вам тоже присоединится и прилепится своим спиртным. О. Да, ради бога, мы спиртное состояние купили. Косова Мария Витальевна. И что, за алкоголь на спирт? Спасибо большое. Да-да-да, они себе купят. Мы купим, не переживайте. Ну так, Гарик, давай у тебя на даче это замутим. А, Ксюша, тогда мы готовим, давай. Я приезжаю, мы готовим. Слушай, так я сразу могу ее кому-то подарить после того, как вы разъедетесь. Ну, я сразу напишу, кому оставки этого всего дарить, как бы. Дочь ему уже говорит. Да, дашь его? На ласточке пару часов. Кстати, идея хорошая. Друзья, давайте проголосуем, кто за такую идею, чтобы мы все вот этим вот безобразно хорошим коллективом собрались. Говори, и сняли, говори своими именами. Шоу уродов. Ну, давайте. Красный за, синий против. Красный за, синий против. Вот я запустил. Ой, у меня вся лента против. Вот вся лента. Минус, минус. Говорит, не слушай, надо, Оксана. А у меня, прикинь, синие ноль, на секундочку. Вообще никто не голосует за против. Все 12 человек за. И синие просто... Не, подождите, а сколько гонорар? Подождите, я бесплатно не делаю шоу. Какой гонорар? Мы потом все это будем продавать, рекламщики придут к нам, и потом будем все вместе зарабатывать. Поперестремся и забили. Вы коммуналка, за нам не заработаете, я буду сидеть, блядь. Еще нам, вот, видишь, уже началось. Нам надо туда луча на провокатор, чтобы были склоки. Да, правильно, да. Нам много луча. Кого соберем. Лучиху. Говорят, он сиськами потрясет там перед Васей. Там надо луча, потому что весь сральник будет извинен. Ребят, одну секунду. 63 человека, 66 человек. У меня аллергия на ушах. У вас была какая-то аллергия на ушах? 0 против. Ты понимаешь? Не, у меня тоже одни плюсы. 69 за, 0 против. Молодцы, понимаешь, Гарик? Понимаешь, Гарик, что ситуация? А вечером на лобное место. А вечером все на лобное место. Все. На чье? На Юлькины? Оно огромное там. Все поместимся. Гарик, да, подождите, Гарик думает, что он такой, это он меня перепьет. Не в жизнь. Вова, китаец так же говорит. У него мало шляпов. Бля, я тебе говорю, это 100%. Спасибо. 170 очков. Мы можем с тобой забыть об том проекте, о котором мы говорили с тобой днем, и просто взяться за это. Не-не-не, тот проект я не забуду, он у меня в башке, и... Все тапаем. Блядь, 300 человек, ну что такое? Розы! Ну, хотя бы розы, ну что? Девочки, не обижайтесь, я сейчас... Кто вообще не просто ноль? Не обижайтесь. 59 ноль.
Я, наверное, молодцы, тоже. Друзья. Всем спасибо, кто проголосовал. Модераторы все сидите тихо. У меня аллергия на шампунь была. Нет, лобное место обязательно надо, чтобы вот это вечером обсирали друг друга. Ну это же, блядь. Центр, конечно. Ну что? Да. И я, смотри, с детектором лжи задавать вопросы и отвечать на них на лобном месте. Ой, блядь. Чтобы я это не было поеду, прям правда. Потому что я ненавижу вас всех, и мне же там придут, зададут этот вопрос. Вот мы и узнаем, правда. Я спалюсь сразу. Тапаем все, блядь, 84 курсов. Слушай. А, конечно, мы сделаем платно. Это бесплатно никто не будет смотреть. Это будет платный канал. $1000 вход. А ты знаешь, Гарик, смотри, знаешь как? Делают боты в Телеграме, и каждая серия платная. Например. Да, я знаю. Это уже давно, конечно. Ну, а вот. Comedy Club, стендаперы, все практически так работают. Да? Ну, конечно, да. Платно. А вы что думали, мы будем там скакать? Я буду напиваться, я ж не пью, блядь. Блин, а вот она нас всех побьет. Всех побьет. И сложит штабелями. А у меня ничего нету в холодильнике, она сказала. Все спрашивают, холодильник кому нашить? Она можно... Говорит, можно я буду ведущей на этом проекте? Легко. Вот эта вот женщина, вот Бородина, а-ля вот эта, которая будет... Да, так нет, это и похоже. Слушай, ты актер, нет. Почему у вас бардак, блядь, в комнатах? Нет, ну, нет, Ксюша, нет. Слушай, Мишко тебе первое звездюлей выпишет. Ты самый тот бардак. Ты дура, что ли? Меня родительских прав лишат после этого выпуска. Ну, это шоу, мы скажем и опишемся. Причем на старшего тоже лишат, хотя ему там 21. А тебя и Мишки лишат. И мужа тебя лишат. Есть такое самое закон? И квартиры всего. Нет, мужа лишительства нет. Это шоу, слушай, это юмористическое шоу, это контент. Они придут, где опека проверит в дом, все, ты нормально, адекватно, у тебя квартира. Блин, я бы честно... Я бы просто кайфанул бы все это время. Прям, я бы пресс себе бы накачал за эти там 4-3 дня, сколько бы это длилось. А просто от ржаки. Я всем спасибо. Тебе говорили ехать с нами в Турцию. Там бы накачал себе пресс. Да. Гарик, если ты поехал, у нас вообще хорошая компания. Я, ты, коммунальца, Вовчик. Блин, жена. Да. Вот только ради вас, действительно. Руслан. Да. Ну мы сделаем... Мы, Руслан, мы там, знаешь, как жали. Крошка с колористом, они там, ну, чуть-чуть это, потому что у них спа-процедура, ну, а мы с этим не питаемся. Конечно, тебя попробуй намять. Там сколько человек? А, меня мяли турки уже, я в марте была. Сколько человек тебя мяло? Меня одна девушка мяла, говорила, что я. Она просто разбегалась, девчонка, я просто прыгала. Нет, Гарик, разбегаться я буду на твой фейс. О боже! Так я просто нырну туда в тебя и все. Коммунальщица, покажи свой холодильник, коммунальщица, пока я сейчас вытираю. Она вытирает, она его моет. Холодильник сейчас ему помоет. Мне просят холодильник коммунальщица. Коммунальщица, не сочкуй, давай. Сейчас я Гарик. Сейчас Гарик, давай ты покажи. Гарик, давай ты. У него нет на даче. Сейчас, давай докурю и давай, иду покажу. Давай, иди, не ленись. Давай, иди, подними попу, пока коммунальщица малому делает. Давай, твоя очередь. У него я нет, все у него... сладко рассказала. Уже такая пошла конвейер. Давай. Давай, давай. Ладно, иду, а то сидите. Иду. Давай. Мы так все, да, Юлька? Всю душу. Да не говори, Ал. Даже показала свои любимые котлеты. Не говори. Я вообще показала, блин, даже морозилку с мороженым. А, морозилки у меня две. Я, кстати, не показывала, но там не добраться. Там мясо полный вагон. Сейчас я присылаю. 170 очков. Мне бабушка с деревни просто присылает. 170 очков. Плиз, потапайте все. Умка. Так, холодильник, показываю. Наталья, Танюшка, спасибо, ребят. Поехали. О, какой большой. У него много яиц, конечно. Яйца. Но у него, как у меня, похоже. Хлеб. А, ты как моя бабушка с уколотиной. Абрикосы. Абрикосы. Ага. Значит, остатки руколы. Ага. Опять яйца. Ага. Яйца. Редиска. Я думала, это курица. Огурцы. Угу. Этот
Что это? Черная смородина. Ага. Хлеб. Огурцы. У меня мама хлеб в холодильнике держит. Грибы. У меня бабушка. Васин. Сырники. Сырники. Там дальше, значит, листья для голубцов. Там грибы. Капуста. Там перец. Пекинская. Тут опять огурцы, помидоры. Тут дыня. Дыня. Сметана. У меня. Зелень. Опять рукола. Крабовая палочка. Палочка. Да, все понятно. Ты записала все, Юля? Здесь помидоры. Кабачки. Конфеты 2 килограмма или 3 молдавских. Самые вкусные. Кстати, да, значит, капуста синий. Капуста синий. Капуста дальше. Синий. Яйца. Мы сейчас за 3 секунды в холодильник покажем. Сметана. Айран. Айран, окрошечку, хорошо. Да, айран, окрошку. Я, кстати, на нем и делаю. Майонез, я это ролик для ролика. Шоколадки. Что у нас в морозилке творится? В морозилке блинчики, Вася. Тесто. Зелень. Утка. Потапали. Мне сейчас плохо станет. Боже. Это я возьму специально для... Ну, сейчас я выйду. Скажу, сейчас. Это что, рулька? Это рулька, да. Это рулька. Так. А здесь домашняя колбаса. О, господи, боже мой! Там рыба. Рыба, которую я наловил на речке. Вот она. Ага. Там ягоды. Скорее. Где они, я? Светлана, ага. Всем кто там подряд. Ой, ребята, мы сейчас... Спасибо. Наш холодильник, друзья. Нормальный, здоровый холодильник. Заметьте. Скажите через 5 минут. Кстати, заметьте, никакого алкоголя. Не, ничего. Слушайте, вы, Гарик, потому что алкоголь на столе. Гарик, да, алкоголь на столе. Погнали, ребята. Та-та-там. А что, нормально? Значит, салатик не доедет. А вот это, смотрите, самое главное в холодильнике. Это яйца бобра. Детское питание. Еще детское питание. Еще детское питание. Яйца, пирог сегодняшний на ужин. Сыр, который, наверное, уже умер. Нет, живой. Нижняя полочка для папы и для мамы. Дальше. Сухарики, когда дома нечего есть. Шоколадки Васины. Масло, майонез. Рыбка к пиву. Торт для мамы. Майонезик. И швепс, чтобы разводить мартини. Вуаля! Там умерла зелень. Уже давным-давно. Вот она, мертвая просто. А в морозилке? Морозилочку открываем, чтобы с голоду никто не сдох. Пельмешки и кусочек мяска, если у мамы будет настроение, возможно, мама приготовит. Есть вопросы? А что вы едите? Вы заказываете еду? Ну, доставку, да. Еще у меня проблема в семье. У меня семья ест только свежеприготовленное. Они не едят то, что завтра. Ну, что вот как бы не свежее. Марк так однозначно, он каждый день готовится. Ну, ему там макароны я отвариваю с мяском. Или рисом, или гречу. Или супчик быстренький. Ну, вот у меня маленькая есть сковородочка для него. Чашечка. Угу. Вот тут быстренько. Там картошку. Я бывает, замораживаю что-нибудь. Ну, борщ даже. Сейчас это... Нет, у нас никто не будет это есть. Я ем, у меня семья не ест, мне пофиг. У меня у мамы, вот когда мама готовила нам на неделю, для меня это нормально. А мы едим, да, Юлька? Умирайте с голода, а мы кушаем вкусно. А как ты худеешь тогда, если ты ешь? А я же... Правильно, она ест. Почему может быть холодильник полный еды, если она ест правильно и здоровую пищу? А что у меня неправильно? У меня ягоды, брокколи, супчик, что у меня неправильно? Вот у меня тоже. Катюшка, благодарю. У меня рубленые котлеты с грудки. У меня зеленый борщ, окрошка, макароны на углеводы, овощи, там фрукты. Но алкоголь делает свои вещи. Нет, смотри, сегодня, допустим, вот Миша едет, да, говорит, я никуда не поехал, что будем готовить? Что хочешь? Он купил макарон, банку тушеную. Хочу макароны по-флотски, вот салатом. Все, мы съели это зараз, завтра...
Есть, мы никуда не едем, мы опять дома, завтра будем готовить. Но это вот будет маленькая кастрюлька или маленькая сковородка на один раз. Ну, либо мы там рыбу пожарим, либо там мясо, не знаю. Это будет на один раз. Ой, ребят, я не знаю. Я сейчас на Валберисе закажу клетчатую сумку, как коммунальщице ехать и продукты с собой. Не надо, у меня мама так приезжает. Не надо, пожалуйста, я мамина раздаю. Ну, видишь, они, наверное, все... А ты раздавать не будешь, ты еще ее попробуй. Да, боже упаси, Гарик, я не буду вот это вот, ну, вот она там готовить хочет. Завтра, спасибо большое. Ты же надо чего? Нет, я ничего везти с Москвы не буду. Я поеду в Питер, куплю все в магазине и приеду. Ну, ты понимаешь, что она не ест еду, которую ты заказываешь? Нет, я могу, она, Гарик. Она приготовит свое, поэтому лучше... Вот, например, в частном доме у нее природа, это, ну, мне вот это доставка, ну, лучше мы приготовим, еще и подснимем что-то в этом, и поржем, и вместе как бы будем этого соответствовать, и нормально. Ну, просто написать ей список продуктов, чтобы она поехала купила, она с дома не выездная, она инвалидка. А Миша с ребенком... Она не выйдет, она их опять же заказывает. Да, а ей привезут фигню, вот. А я продукты... Знаю. Езжу, вот если основательно я покупаю продукты, мясо, там что-то это, я езжу только во что, чтобы я сама увидела, посмотрела это. Заказываю в самокате вот такую воду, да, что-то вот такое на это, там, ну, помидоры. У тебя доставка бесплатная? У меня вот доставка бесплатная, мы заказываем Яндекс, а у нас бесплатно. То есть хоть вообще там каждый час заказывай, кофе, спасибо вам. Да, мясо, свинины хорошей нет, все вакуумировано, свежемороженое. Спасибо всем за еду, пошла. Она свежая. Пошла? Да, пойду. Что? Они либо снизу, либо сверху твою вот тут разрезают, долго кость и наращивают, потом зашивают, рот весь зашивают. Эй, пятачки! Вася, я делал три наращивания костей. Разговоры закончились. И три импланта. Они нарастили разговор. Сначала. Бля, оно прижилось. Пиздел, потом поставили имплант и еще нарастили. Я вот так вот разговаривал и только через трубочку пил. 2 недели минус 10 килограмм. Ой, боже. Он правда говорит? Ну-ка напишите, кто у меня уже делал имплант. Тёня Мария с молоком растапливал вот так. Хлебушек, супчик, бульончик, все взбивал. Блендер. Вася, да. Покажи свою голову. Изнутри берут кость и разбавляют с таким специальной штучкой и наращивают, потому что по-другому никак, да. Вася, слышь, Вася, у тебя рот получается покажи зашить. Покажи мне, ты всем показал. Потому что где-то кость надо брать. Тикток, он меня, а долбит так, это ужасно. Один держит, а второй долбит. Лучше не смотри видосы, потому что я до этого смотрел, поняла? Кому дай сюда? У меня тонкая очень. Он мне послал, вот сейчас я делала зуб вот этот. А он мне предложил, он говорит, давайте вам это, прямо сейчас сделаем снимок, насколько вам надо. Ну, он говорит, я и так вижу, что там надо наращивать. Сколько без зубов? Я говорю, ну, 4 года почти. Он говорит, ну, нарастим. И так он это говорит. А потом я вот видосы, Вась, тоже увидела. Да я поняла. Ребята, ну, слушай, у меня был синус-лифтинг. Синус-лифтинг – это самая сложная операция в стоматологии. Кто-нибудь потому что, понимаешь, такая малопазуха. Задолбал своими зубами они. 100 очков, мне не интересно вообще за зубы. 100 очков, 100 очков, плиз. Кто-нибудь 100 очков тапаем. Ну что сегодня такое? Ну я не знаю, 247 человек. Блять, вы кто, люди? Кто вы? Сидите, даже не нажимают на лайк мне. Кто вы такие? Спасибо, Ирина. Спасибо, Шали. Спасибо. Спасибо, Лейла. Спасибо. Х2. Спасибо. Спасибо за розочку. Спасибо. У нас X2. X2 у нас, пожалуйста, тапаем. Все тапаем. X2. Спасибо за пончик, Шелли, спасибо. Спасибо. Что он там пиздит? Ты слушаешь. Спасибо. Марк. Спасибо. Аллочка, что ты сегодня такая вся... в образе горы коричневая. Ты кому? Как чиновнице говоришь? Тебе. А что ты мне звук отключил, слышишь ты? Потому что я рассказывал, ты у тебя музыка играла. Я вообще выключила музыку. Я тебе сказала, покажи мне голову. Покажи, что с тобой сделали. Ты как, блядь, Шариков. Ну?
Я не знаю. Если женщинам наращивают, где-то там надо впереди, например, они, вот я видел, там хвост собран, снизу они снимают, сбривают, там берут и тут наращивают. А если тебе, если допустим, кто-то... можно, допустим, от чиновницы пересадить, можно тебе? Ну все, не задай тупорылых вопросов. Ну только не ты, блядь. Ну тупая из тупых, нахуй. Я заебался тут отвечать на такие вопросы, откуда берут, а у тебя что пересадка, а что с головой, и ты тут нахуй, блядь, просто убила. Ну я просто хотела, чтобы у тебя были пышные. Ну ты хотел. Вот дура, блядь, набитая. Нет, у меня есть знакомый, который делал, в том году он ездил на пересадку, тоже все хихикали над ним, хихикали, 40 лет ему. И он поехал и сделал. Блядь, сейчас заебись он, ну вот. Если бы мы не знали, что он сделал пересадку, вот никто бы не догадался, что там у человека... У него вот тут Вась была сзади. И если не знать, вот это просто мы знаем. Все знаешь, ну в шутку, мы же юморные все. Там, и он как-то грибанул, он прям грибанул и сделал. Блядь, заебись. Да. Но оно того стоит, реально того стоит. Человек по-другому выглядит. Так, а почему все так у мужиков происходит? Почему мужики начинают... Вот почему это женщины? Залысины, это залысины, это гормоны, настроение. Это гормоны. Есть гормоны, есть по наследству. Это больше от гормонов зависит. Что за пересадка? Ну, пересадка волос. Ну да, вот смотри, мне 44, команда у меня нет седых волос. А, меня, да, белка, да. Слышишь, Ксюха, у меня с 30 лет все башки седые. Вот. Но я крашу, у меня седые. Я не крашу, вот мои волосы. Снайп, 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 снайп. А что там еще? После родов они же сами блестят. Вот я же не делаю уже кератин. Сколько? С сентября. Они сами блестят у меня. Почему блестят сами? Ну, я лысею. Я вам показывала лысину свою. Ой, я не. А у меня шишки по голове растут, такие жировики. Да, да у тебя, блядь, все на жопе они растут. Ты пиздец все. Команда, ну-ка, все подобрали. Нет, вот лайки. Такие у мамы такие, у бабушки. Да, такая вот. А я не знаю, видно будет? Видно вот так? Нет. Найди самую большую. Ну вот она, посередине, как рог. Вот у мамы в том же месте, и у меня. Мама делала уже 50 лет, у нее большая. Ну я не знаю, видно? Нет? Аккурат, я стол протерла, блядь. Чуть больше горошек. У меня штук 30 по голове таких. У нас у мамы, у меня такое. Бабушка. А, у тебя по голове не все дома, блядь. Заткнись ты, блин. Жопе слова не давай. Девочки и мальчики, каждый по пончику проследку палочки. Ну вот где лайк? Мы на 11 месте, ребят, давайте подводим. Палочки, колечки. Типа, Сиебочка, спасибо тебе лайков, огромное, спасибо. Доброй ночи. У кого еще какие болезни? Геморрой, может? Лига. Палочки, колечки, палочки, Лига, колечки. Лига, 40 лайков. Алла, это пишут, это у тебя жировики пишут. Жировики, Марина, я ходила в больницу, лайков, знаешь что? Вообще. Что в Канаде, что в России, куда мне сказали, если они вас лайк беспокоят, лучше не трогать. Если да, мы-то, конечно, зайдем далеко. Мешать, расти, беспокоить. 114 лайков, Таня 8R. Но мне никогда не жирнее. Лилия, я думаю, что у меня закупорка. Бля, все писали. Жировых, как сальные железы закупорка. Это у меня нет вот такой, знаешь, жирные волосы. У меня сухие, наоборот, чешутся. 120 очков, ребят, 120 очков. Ленка, спасибо большое. Что мы сидим? 120 очков, 120 очков, 37 секунд, спасибо. Наталья, 7,2 тысячи лайков. Спасибо, 120 очков. А, 120 очков, я думал, что 120 рост. 120 очков, пожалуйста. Роза, спасибо, спасибо. Ленка, спасибо огромное. Ленка, спасибо. Спасибо. Ребят, 120 очков. Леночка, благодарю. Один пончик, девочки. У меня, еще, у меня одна проблема, что не могут открутить вот этот имплант, и он другой еще фирмы, чем те. У меня тоже самое. Тоже два открутили, сделали нормально. Да, тоже такие шишки. Вот, смотри. На него делается коронка, его откручивают и вкрутят уже с коронкой, поняла? Наследственно, у меня у бабушки такие, у мамы. И тут так, и тут так тоже. Вот два еще как бы... Уже в возрасте были. Не готовы. А так бы уже зубы давно стояли. Ах, великолепный! Команда из два. Шах великолепный в здании! Вася, вот эти зубы на сколько лет поставят? На сколько лет? Х2. Ну, минимум 10. А потом что? Ну, могут быть и 15. Смотри, все зависит, как ты ухаживаешь. Вот у Гарика начали нервы.
винили, которые хуже качества. Маме вырез за говорит, уже 8 лет ходит. 8 лет. Нормально. И курит, пьет, и кофе пьет. Только ухаживает. Надо полоскать, надо мыть, потому что ну, под этим все равно свой зуб. Если ты не ухаживаешь, может быть все что угодно. А если свой зуб заболит вот за эти? Вот мне интересно. Вот оно, мой... оно свободно сверлится, делается и все чистится. А если этот зуб удалить надо? Что, менять всю челюсть получается? Нет, ну удалить это уже там прям какая проблема должна быть. Они же для этого делают снимки все разные. Лечат каналы, если надо. Проверяют. Что они делают? Ты мало налился, я видела. Просто, Вася, вот у меня, вот сейчас ты еще один страх мне привил. У меня первое мое удаление зубов, потому что у меня стояли коронки на мои зубы одетые. И у меня заболел зуб там. Мне на больные зубы поставили. Хотя проверяли также. И он у меня вот там день болит, два, месяц, второй. Ты знаешь, вот эти таблетки пьешь, жене когда сходить. Я месяца четыре ходила, пока я в один прекрасный день не проснулась, у меня вот так подбородок был. Я реально вот так вот я пришла к врачу. И у меня там какая-то вот эта болезнь, что я подзаражала. Почему у меня удаления пошли? Я подзаражала эти зубы, что их надо было лечить. У меня не было денег. Там колоть уколы прям надо было. У меня денег не было, я говорю, откуда у меня столько? Ксюш, смотри, слышишь? Удаляйте тогда. Спасибо. Ксюш. И вот это для меня страх. Если я поставлю себе, допустим, да, на свои зубы. Вот сейчас, вот мне даже на эти предлагали коронки. Говорю, давай, они у меня желтые свои. Видишь, как отличаются? Но. Давай, говорит, я говорю, нет, отстаньте, ради бога. Нет, я боюсь, у меня страх прям. Лика, сюда эту галактику. Слушай, а что ты боишься? А что будет? Ничего не поменяется. Но это можешь... боль. Это не боль. Смотри, ты просто делаешь, ты можешь сделать обычную коронку, керамическую, просто под цирконием. Ты даже на снимке не увидишь. Цирконий очень сильный материал. Ты не увидишь, если там что-то будет происходить, разве что тебя должно заболеть. Поняла? А коронка – это не страшно. Все люди делают коронку. Вот у тебя с зубом проблема. Бац, сделала коронку. Все, у тебя зуб хороший, большой. У меня есть зубы, которые коронки, и они очень прочные. Вот они не могли даже склонить. Но тут была керамика. Один зуб помог его попасть, а цепь не могла. Просто в Америке тут одна коронка стоит от 1300 долларов. От 1300. Это металлокерамика, потом идет керамика, а потом идет цирконий. А тут... 28. Да нет, это входит уже. Какая работа? Подождите, как это работа отдельная? Работа все входит. Тут даже входит отель с завтраком. И меня машина постоянно возит. Сюда-туда, в день там по два раза. Вася! Что за клиника? Я поеду себе зимой делать винина. О, Господи, тебя только там не хватало в этой клинике, Юля. Там не кормят 7 раз в день. Вася сказал, только завтра. Да. Как только я все закончу, я буду доволен, я скажу. Да, скажу свою рекомендацию. Да, я скажу. 80 очков. Спасибо за розочку, весна. А как ты с ними общаешься, если они... Там есть переводчики русско-украинские, они только с тобой на связи. Есть группа WhatsApp, где ты пишешь сюда все вопросы. Видите, постоянно переводчик тебя записывает, машина приехала. А сколько будет стоить, девочки, кто делал в Турции грудь? Сколько будет сколько в Турции будет сделать грудь? Если они предоставят свой отель, вот сколько это будет стоить? Дешевле. Ну сколько? Дешевле и лучше. У нас 4 тысячи. Ты за полмиллиона сделаешь там идеал. Но у нас 4 тысячи долларов. Ну, в Турции тоже. А там тоже. Ты сделаешь идеал, самый лучший. Просто послушай, сумму. Просто в Турции может быть более качественно. Да. Так как тут у них на гелере, у них уже, во-первых, руки набиты, у них тут большая конкуренция. Нету санкций, Ксюш. Товар, который в Турции приходит дешевле, чем к нам в Россию. Естественно, у нас в России делают цену больше за сам продукт. А в Турции делают продукт этот, соответственно, продукт. Даже не продукт, тут на все, потому что большая конкуренция, конкурирует.
И они очень много этого делают. Тут, блядь, я не знаю, как у нас ногти сделать, понимаешь, там все. Они тут от волос пересаживают. И зубы делают. У нас 200. Арина, у нас, я смотрела, нашла я самую дешевую, это вот 300, 350, ну все до 400. Нет, за 200. За 200 ты поставишь тебе два шара, которые у тебя будут торчать, и видно, что это импланты. Ну, вот но 200. Я бы тебе, ты, кстати, присмотрись, я не знаю как, но узнай. Вот эта Галина, она делала, зубы она делала в Турции, но грудь она делала в Германии, и она поставила какую-то на всю жизнь. Ну, я поняла. А сейчас ставит, Вась, сейчас ставит до конца, все, нету такого, 10 лет и это, нет, все, нет. Ты что? Сейчас новая технология, где вы, алло, ну где вы живете? А мне вот интересно, если я сделаю в Турции, а как я с ней назад полечу, там же нельзя вот это давление. Ну, ты 10 дней пробудешь там, пока отеки сойдут, хуёки. Потом полетишь, нормально все. А но если попадет, и у тебя будет все нормально, так может и эти жгуты не будут ставить, дренажи. Да. Кому-то ставят, кому-то нет. Это все от тебя зависит. Ой, понаблюдайся, ну, походишь, перевяжешь, все посмотришь, все проверишь. Даже с Америки прилетают сюда, но они же как-то летят 10 часов, а тебе... Слушай, просто... турки очень боятся блогеров, которые дадут плохую рекомендацию, запомни. Они тебе вылежут так, если ты скажешь, что ты блогер, блядь. И ты будешь платить, а не делать бартер. Они тебе за тобой будут бегать, чтобы ты дабы, блин, дала хотя бы словечко за них, что они тебе сделали хорошо. Знаю. А что, не так, Вась? Да. Рита, спасибо. Рита, Юлька, Наталья. Просто бартер — это одно дело, они как делают на бартер. Да, но да. Себе... А ты себе делала, да? А мне ничего не надо делать. У меня все идеально. Слава Богу. Я единственное меньше бы хотела грудь сделать, потому что она мне мешает. А так ничего. Не, мне надо меньше грудь. Да, в Канаде 10 лет тому. Да я хочу, я просто не знаю, я хочу похудеть и посмотреть, как у меня грудь останется. Если она такая же большая останется, я запишусь на уменьшение. Ну, я не хочу, так у меня намешает. Хочу, я подсяду. Ну, Вась, в твоей клинике делают? Что? Грудь. Да, они делают все. Вот даже Вася тебе скажет название клиники, ты просто должна ее промониторить. Я выбрал две клиники. Честно вам сказать, я бы вообще отрезала все. Полностью. Вы что, все тапаем, я вообще вырезала, я вообще бы ее отрезала, нафиг она нужна, я вообще завидую женщинам, у которых ее нету, нафиг они нужны, спина болит, бегать неудобно, спортом заниматься неудобно, ужас, она только нужна, чтобы мужчин соблазнять, и нафиг они мне уже нужны, все тапаем. Не, хотя у меня подружка была, у нее вообще не было груди, она себе сделала, да, ничего, так красиво. X2. И я. Я бы сделала себе первый размер. С удовольствием. С прибольшим вообще. С прибольшим удовольствием. Просто все думают, большая грудь, это так классно. Это вообще очень херово. Тяжело носить, я не хочу. 27. У нас 27 роз. Боже, 27 роз. Соберем или нет? 27 роз. Ну-ка все. Как ваш вес? Вес идет. 27 роз. Розы. 27 роз. Спасибо. И Васькина там, и это. 27 роз. Розы. Спасибо. Розы. Спасибо. Еще. 11 секунд. Блин, там Васины спят, что ли? Еще розы. Не удалось достичь цели. Спасибо, Наталья, спасибо, Светлана, спасибо. Еще раз говорю, большая, маленькая, это не важно, главное, чтобы не болело. А большая как раз не болит. От большой груди, тебе показать, какие у меня выемки на плечах? Угу. Вот здесь вот за много лет вот такие как дырки, ну как, вот. Ты видела такое? Смотри. Вот это от большой груди вот такие вот штуки. Вот они. Это потому, что держишь, блядь, 3 килограмма на плечах.
Ты думаешь, не болит? Угу. Я бы ее вообще отрезала навсегда. И если бы мне сказал бы человек, мы тебе сейчас отрежем, сделаем первый размер, я бы с удовольствием. Но это мне в Канаде сделают и бесплатно, просто это надо заняться этим. Угу. Совершенно верно. Волосы пересадил. Если бы я себе... Я займусь этим. Я просто сейчас худею, я посмотрю, может, у меня она сама похудеет. Импланты легко носить, да? Ну, там, наверное, легенькие. Очень тяжело, девочки. Большая грудь тоже. Я не хочу. Я хочу ее уменьшить на старости. Потому что это и спина болит, и вообще неудобно. Я спортом занимаюсь, мне неудобно очень плавать, даже неудобно. Бегать неудобно. Это вообще ничего неудобно. Похудеет и будет. Да пусть висит. Мне-то шо? Кто меня никто не видит, кроме меня. А если такой человек встретится мне, он примет меня такой, какая есть. Прям я буду. Спать неудобно, да, постоянно подушечку надо подкладывать. Вы что, конечно. Спасибо, Евгения, спасибо. Снайп, снайп, снайп. Это очень неудобно. Он, Алла сделала себе операцию с 7 до 2. Говорит, как родилась на свет. Снайп, 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 снайп. У меня подушка мучается, но когда она видела, как я страдаю с болями. Таня, мастопатии у меня нет. На какой старости? Тебе еще лет 20 до старости. Снайп, снайп, снайп. Снайп. 47 человек и валки там каких-то ракулей сидит. И мы не можем привезти. Каракули, говорит, блядь, каракули. Слышишь, блядь, ты даже у тебя ни одной розы не кинули. Мои все только 20 роз кинули, а у тебя ни хера. А ну разборки. А я с ним не разговариваю, он там с лучихой зажигал. Все. Главное, меня отвадил от меня Роман Сергеевич всех, а сам ходит по всему интернету. Лысый-лысый, плаки-плаки. Ага. Или Нормал Даки. Сколько Аллы... Я не знаю, у нее спросите, Санни энд Люси, она заходит ко мне. Спросите. Слушай, Ал, а ты бы вот, если Вася тебе предложил, ну, как бы чуть-чуть, ну, там, заняться интимом, ты бы согласилась? Я бы сотокал, если он сказал, что женится. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты побежала с Канады, распростёртая рога. Я хотела, я бы прилетела в Турцию, чтобы я не нашла на билет со всей ашней. Да ты не нашла, ты на молоко каждый день ищешь. Да. Слушай, там до хера кто к Васе хотел прилететь, я голосовые-то все прослушала. Вася, ты думал, я спала, а голосовые там... А поверь мне, не одна ты. Ты читать мои голосовые, что я плакала. Не одна ты, Ал, я тебе открою секрет, там дохуя кто писал, Вася... Давай, я возьму билет, есть ли в отель номера. Так что успокойтесь, Ал, я тебе открою секрет. Маида вот читал, что я плакала, и Вася, я хочу к тебе прилететь. Подожди, слушай, ну, например, ну, Васиного петушка. Подожди, я например, Васиного петушка я видела. Я тоже. Ну и что? Ну и ну, что? А ну, ты, что? А ты спи. Контрольное слово, Алка, было «видела». То есть там есть что-то, есть. «Видела». Билет на конец. Ой, да ладно. Там от меня отваживает всех, а сам это ходит. Еще и обзывается на меня. А что я сказал? Что я тупая. 80 очков. Ну не обзывается, а правду сказал. Не, ну а как можно спросить такое? Ну просто, ну ступила, и что? А ты не тупил? Нет. Лежит, блин. Ну хорошо, Алка, если бы встретились с Васей в Турции, если бы ты прилетела, там были бы места, да, ты бы с ним... Я бы не прилетела, если бы там все, потому что если бы я прилетела, вы бы его не увидели. Ну хорошо, мы бы его не увидели, ты прилетела, ты бы с ним... Конечно, и он бы со мной. И потому что я понимаю, что ему нужно общаться с другими блогерами. Если бы я прилетела, просто его бы никто не видел. А где я был бы? Видишь, он бы спрятал? Со мной. Ты бы как припал и не отлепился. Ну, послушай, я тебе скажу, даже коммунальщица крошки боялась. А коммунальщица такая, если она берет монтировку в руки, это все. Нет. Ну, а крошке монтировку не надо, она монтировки просто в узлике завязывает. А, Алка, кстати, Вась, играю с турком с одним, у него свое кафе, он нереально красивый мужик, не Альфонс. Думаю, ну, Алка ищет мужика, привела к Алке. Говорю, вот, Алла,
Вы, значит, там как-то вас зовут, оставляю вас двоих, я ухожу. Турок от нее убегает после первого батла. Подключаюсь я к турку вчера. Я говорю, my friends, а в чем проблема? Почему ты бросил мою подругу? Я тебе не вру сейчас, тебе подтвердят мои зрители. Он мне, знаешь, что Алка ответил? Причем Алке 45, мне 44. Он мне говорит, а какая причина вообще, что ты меня привела к Алле? Это был первый вопрос. Я говорю, ну познакомить я хотела. Второе было мне сказано, я со старыми женщинами. Так, а что, он со мной играл? Не знакомлюсь. А я ему представилась, Оксана 26, понимаешь, он так и думает, что мне 26 лет. Алка, блядь, ты можешь меня не позорить? И а столько раз я сказал, не выходи вот так вот, как этот, в эфир. А я волосы что, надо немножко. Она не в его вкусе, что она очень старая. Мать, и что ему не нравятся вообще женщины, которые вот так себя ведут. Так, а что он мне ко мне добавляется в батл? Вчера добавлялся. Не ври. Я не могу подтвердить. А как она себя вела? Не ври, он не будет тебе добавлять. Он добавился ко мне вчера и позавчера. Он со меня, мы друг на друга подписались, да? Нет. Во-первых, он мне не нравится. Вообще. Абсолютно. Мне не нравятся такие вещи. Да, еще я сказала, у Алки много денег, может, ты полюбишь. Он говорит, мне не надо от нее ничего. Ага. Просто я не люблю таких серьезных мужчин. Он сидит и ничего не говорит. Так он же жжет, Алка. Он на самом деле... не жжет, я с ним играла раз пять, он сидит... Я тебе говорю, мы с ним играем историю, как будто мы любим друг друга. Он нормально юмор везет. Он серьезным видом... Команда, в чем дело? Он мне не нравится вообще. 300 очков, 600 очков. Так, алло, малой. У нас с ним не... Мы можем потапать 262 очка? Не потому, что я ему... Он не... Если кому-то, может, неинтересно, не хочет тапать, или там... Просто выйдите. Давайте я ласт сыграю. Прошу, в начале батла потапайте, и потом слушайте. Я ласт, ребята, сыграю и пойду уже, у меня уже 0-0-0-0. А ну давайте, вот все потапайте, кто может. Вот в начале батла потапали, очки засчитались и сидите. Ну не 260 очков, 444 человека. Все потапали. Ой, девочки, идем в субботу к косметологу. Что ты будешь делать? Ну у меня, смотри, уже лоб заходил, видишь? Все, вот тут уже вот это. Спасибо за пончик. И не знаю, чуть-чуть щеки хочу поднять. У меня уже носогубка, видишь, как... Подними себя, блядь! Да долго я, блядь, вот это буду издевать. Ты, а ты знаешь, Вась, что крошка ко мне едет? Кстати, может быть, я тоже на днях еще косметолога вижу. Косметолог сюда прилетает. Yes. Ссылка вот, 18 даритель, 18 роз. Хочу сделать немножко манипуляции на лице. Да, но без крошки. Не крошки на манипуляции, а? Ой, у нас все нормально с лицом, да, Юля? А ты чё меня к себе, к своему, блядь, сужу? Ты чё, блядь, свою макаву, блядь, суёшь до идеального лица, блядь? У меня нету ничего на лбу. Ну вот это... Крошка, смотри. У неё всё разглажено. Олеся. Нет, крошка, кстати, у меня лицо в порах. Вот там на носу есть, на лице такие поры, не тут морщины. А в крошке она такая, крошка хорошая кожа. Ага, она как будто... Я никогда... Она как будто, короче, не пьет и не курит, у нее кожа вот такая. Но она молодая. Но хотя Вася тоже молодой. Она доживет... просто пышненькая. Доживет до моих лет. Я посмотрю, какая у нее будет кожа. Марусь, спасибо. Я тоже. Даже... 30 я так же выглядела. У меня такая же кожа была. Я была до 30 лет прыщавая. Ужас. Как тебе мужики любят, Юля, спасибо. А у меня дочка сейчас тоже прыщавая, блин, жалко так. А как же вот это, тебя целовали в лицо, а там прыщ. Ну, до 25 ужасно, так все щелки, блин. Не, пусть... Нет, у меня не было, я просто любитель, давить прыщок прям обожаю. Прям. Я тоже люблю. Я была замужем, я в то время и была вот это, замужем. Если я остановлюсь, я выкопаю, наверное, то, что не выкапывается даже, ничего нет, блин, просто. А да, еще мне нравятся ролики, где выдавливают прыщи. Смотрел такие? Я когда стану возле зеркала, все пиздец. Меня не оторвало. Вася, я себе купила зеркало, увеличит в 10 раз. Я все никак не дойду, боюсь. Я сейчас после эфира его возьму. 10 раз увеличит зеркало. Вообще класс. Все не, я ничего, я так ничего не давлю, ничего не делаю. Знаете, у меня вот бывают такие прыщи от пота. Грязными руками натру там вот, ну, на вытираю. И от пота вот есть такие. Этапаем.
Да я никого не слушаю. Боже, ну крошка, смотри, у него идеальная прическа, не надо никогда ничего делать. Да. Просто пиздец. А как, а что можно сделать с таким голосом, например? Я не знаю. Прямо, ну, ты отпустишь длинные, да нет, прямо не надо, это будет... Ну что, у будет... меня, это я, знаете, когда я выпрямляла волосы раньше, я как дагестанец или чеченец, такая стрижка у меня была. А у меня, Алла, у меня были волосы по жопу. И какая у тебя была прическа, вот такая? А ладно. Дырявая, я ж обрезала. А у меня мама, я не могла сама справляться. Это, то есть без человека ты не сможешь. У меня колтуны, они вот так вот путались. Меня мама вычесывала, расчесывала, заплетала, чтобы хотя бы их держать вот. А как? Это очень тяжело. Я плакала, я все детство, я помню, я, блядь, все детство плакала. Когда, блядь, мыть голову надо было. Я никогда не любила мыть голову. У меня тоже такие густые. Особенно я в детстве еще часто в шею в лагере подхвачу. Боже, керосином. Потом вот так мама чешет, блядь. А у меня, кстати, ни разу не было в шее. Ну, это потому что моложе уже выпустили такие лекарства. Вот я своей малой, она в школе подцепила. Я намазала и прошли. А у нас не было. Мы керосином нам травили и вычесывали волосы. Папа, ужас. В лагере. У меня были. В лагере подцепишь. Их так тяжело вывести. Мы были в шее. Потому что они моложе, выпустили уже хорошие. Я не знаю, это, наверное, стрёмно, да? Ты когда чувствуешь, у тебя что-то бегает по голове, это нет, страшно? Нет, просто чесалась, и все. Я в детстве не замечала, мама замечала, что ты чешешься, и залазит в голову. Ирина, всем кто тапал. Все, я побежала дальше. Ребят, давайте. Давайте, да, хорошего дня. Давайте, ребят, спокойной ночи.